Всем доброго времени суток. Наконец-то у нас нет дождя, вроде как пока. И поэтому решил похерабонить. Сегодня испытаю свою новую удочку. Зимой обзор делал на нее. Это Хайзан 2. То есть 4,5 метра. Ростом она, значит, 54 грамма. И строй 3,7. Будем смотреть. Сначала замешаем глютенчик. Вот такой много не буду. Сейчас. Вот такой стаканчик. Такой же стаканчик воды. Пусть доходит. Ну, замешаем пылилки желтенькой Design S. Разводится 1:5. Раз, два, три, четыре, пять. И один стаканчик водички. Вот таким образом. И тоже надо дать постоять. Хорошенько напитала воды. Вот такой хайзанчик. 4,5 метра. Брал в старом шамане. 54 грамма. Вершинка здесь есть сменная. Пробочку сразу убираем. У меня есть готовая оснасточка на 4,5. Сейчас ставим и идем рыбу ловить. Ой, красота! Пробуем. На нижний глютен. На верхнюю пылилочку. Пока стартовые закормы. Первая платычка. Как обычно, первой подходит плотва. Сразу. Платычка. Карасишка. Сейчас поставлю на оба крючка глютен.
Сразу поклевка. Клюет на нижний крючок со дна. Огрузился так, что нижний крючок лежит на дне. Сразу поклевка. О, положил. Плотва. Ну, крупного карася нету почему-то. Такой средненький. Ну, самый едовой. Ложит плотва. Нет. Вы видите с глютеном, что происходит, когда маленько в воде побудет. Сейчас он уже слетит. Ну, попробую. Обомну чуть-чуть. Вот если больше воды добавить, он будет более нежным. Но я один к одному разбавил. Сразу кто-то куда-то попёр. Это, конечно, карась. Я как раз на нижний крючок, где глютенчик нежненький был. Классная удочка, мне нравится. И легенькая, и вываживать приятно. Крупного нету почему-то карася. Весь вот стандарт. С ладошку идет. Ну, самый едовой такой. Потащил. А вот попадаю в место, где прикармливался, там на нижний крючок берет. Чуть правее кидаю, там чуть мельче, там на верхний берет. А если ложит, сразу
Ух ты! Вот так тут-то прям чуть не как окунь. На верхний крючок. Вот как говорю, как чуть правее кину, начинает на верхний клевать. Значит, около дна. Со дна у меня второй крючок получается. Поклевочка, попер. Эх ты, сбежал. Вот относительно покрупнее карасик был. Ух ты! Какие-то хитрые приплыли. Сейчас мы им пылилочку на верхний крючок, чтобы не расслаблялись. Потащил. На пылилку взял, на верхний крючок. Так что на пылилку тоже можно ловить. А можно попробовать сейчас пылилку смешать с глютеном. Воды прибыло. Здесь в прошлый раз по суху сидел. Сейчас по щиколотку в воде. Стул на последнее крепление поднят. Ну, ветерок. Вот такую пасмурную погоду карась целый день клюет. Ух ты! Как он попёр-то. Что рыбка здесь есть, будем здесь испытывать наши скоро приедущие насадки от старого шамана. Утопил. Ну, карасик маленько покрупнее. На верхний крючок. А, он два сразу съел. Нижний, верхний. Жадный. Двоечка. Ну, карасик покрупнее. Дуплетик.
Плотвень. Покрупнее карасик, поприятней. Ага. Дуплет. Дуплетик. Видите, консистенция какая. Вообще нежненький, мягенький. Давить страшно. Вот именно хирабуна с ее мягким строем и позволяет спокойненько докинуть до места лова. Приятней карасик. Вот, кусочек побольше причепил. Карасик побольше клюнул. Может, крючки побольше вообще поставить. И карасищи будут клевать крупные. Столик протереть. Раздаточный. О. Хороший. Карасишка-то. Уже такой приятненький. Может, так крупничок подойдет. Ух ты! Как у меня? Под сак не пришлось доставать. О! Уже приятненький такой карасик. Такую удочку вообще классно. Так, 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 так. Надо как-то сразу вот это вот решать проблему. Поводок начал запутываться. Сразу его надо это потом. Потому что потом так запутается, что хрен вы с ним что сделаете. Придется менять. И полотенчика надо обязательно. Иначе будете как поросенки. Ну что, промежуточный вывод какой можно сделать? Карась клюет. Клюет неплохо. Ловлю сегодня на Design S, на верхний крючок сначала. Потом на обои крючки стал вешать уже глютен. LL, который. Потом попробовал их смешать вместе. Тоже клюет. Ну, скажу так, на чистый глютен, LL, который клюет, все-таки получше. Не знаю почему, может сегодня так просто. А вот как только клев начинает чуть-чуть ослабевать, на верхний крючок снова начинаешь пылилку вешать, и все, и клев возобновляется. Пока как-то так. Дальше посмотрим, что получится.
Дуплеты. Дуплеты, говорю. По два штуки. И тесто. Японовская. На японская. Опять двушка. Вот так примерно и ловим. Испытываю сегодня новую удилку. Называется Хайзан 2. Рост 4,5, вес 54 грамма, строй 3,7. Удилка отличная. Ну, хорошо себя вот показывает. Мелкий карасик еще куда не шло, а вот грамм по 200. Вываживание одно удовольствие. Брал в старом шамане, ссылочку внизу оставлю. О, у меня кто-то клюет. Кто-то тут завелся, ложит поплавок, цепляешь, вроде что-то хорошенькое. Исход. И вот так раз несколько уже. По снасти. Здесь у нас глубина сантиметров, наверное. Да, наверное, метр. Но я почему-то поставил, как стоял поплавок у меня вот такой. Саймон Лайт. Ну, здесь, в принципе, нормально поплавок можно ставить. Грузило два поводочка. Один поводочек. Ну сколько здесь? Сантиметров 15, второй сантиметров 10. Крючки вот такие. От Фанатика. По нашей классификации, наверное, если не соврать, номер, наверное, 10. Пытался отсечь мелочь. Поставил более крупные крючки. Потому что мелкие ставишь. Ставишь маленький колобочек. И от мелочи житья нету. Так хоть как-то мелочь отсекается. Ну и то несколько там мелких плотвичек поймал. Как удочка отрабатывает, думаю, видели уже. Говорю, грамм 200 вот карасик, 150-200 уже ловить в одно удовольствие. Сегодня взял хирабу на стул, сижу, кайфую, балдею. Столик с насадкой, подставка, удочка, садочек, все, не сходя с места, сидишь и ловишь карасей. Куда ты? Примерно вот таких удовольствия я вам скажу. Короче, хирабуна рулит. Ловлю сейчас на два крючка, ставлю глютен ЛЛ, который ставлю колобочек именно по крючку. Больше ставишь — сразу стягивает, меньше ставишь — что-то вообще непонятное происходит. Примерно вот так. Огрузился нижний крючок у меня на дне. Хирабуны, что хорошо, закинул минуты полторы. Поклевки нету, две. Все. Но обычно за это время проклевывается вот такой карасик. Не крупняк, но самый такой ядовой. У меня примерно поводочки вот так от ручки. И закидывать удобно, и когда хорошая рыбка садится, сильно не прогибается. Хотя тоже прогибается. Ну и забрасывать удобно. Красота, одним словом. Сидишь, вот реально получаешь удовольствие. А еще и клюет он, когда кто-то. Ой,
красота! Купил себе безбородых крючков кучу, а продолжаю ловить на такие и постоянно вторым крючком за чего-нибудь да зацепишься. Поменяй эти крючки. Да ладно, половлю. И начинается вот такой геморрой. Так что сяду-ка я, наверное, вечерком, если никуда мормушить не убегу, и навяжу безбородых крючков. А может, не навяжу. Посмотрим. Вот уже пошла поклевка. Ну, это у нас карасямба. Теща мне сказала ведро карасей, чтоб наловил. Она их солить будет. Слушайте, удилка вообще кайф вываживает. Даже вот таких вот карасиков тащишь, как будто там карась на килограмм. Ой, люблю я херобола. Очень морду. Скоро придет посылка с новыми интересными насадками от старого шамана. Буду тестить. А буду здесь, наверное, тестить. Место удобное, подъезд хороший, народу никого. Надеюсь. Рыбка есть. Главное, чтобы погода бы не подкачала. Ух ты! Вот кто там сидел хитрый. Это плотвень. Вон она, кто у меня там. Крючочек надо поменьше. Будет хорошо плотва клевать. Попробовал в пол воды. У воды тоже карась стоит. Рабочее место убрал, посуду помыл, упаковался. Осталось посмотреть, что у нас наловилось за сегодняшнюю рыбалку. Что-то наловилось. Примерно так. Карась, плотва. Ну, посчитаю ради интереса. Вот так примерно. Ну что, посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть, 97, 98, 99, 100. Ну все, рыбалку закончил. Ухерабунился в хлам.
Отличная рыбалка, ничего не скажу. Поймал сотню карасей. Испытал все-таки по-нормальному хайзан второй. Отличная удилка. Все ссылки, что у меня тут применялось, я под видео оставлю, как обычно. По снастям, по оснастке, вроде по насадкам в ролике все рассказал. Но если кому-то что-то непонятно, спрашивайте. Хотя я сам такой херобунист, что не все у меня по фэншую получается. Но тем не менее, что-то же ловится. Ну а вы не забываем подписываться на канал. Лайки, дизлайки, комментарии, все как обычно. Всем пока. А я домой поехал. Карасей жарить.